Savollarga o'tishdan avval birinchi bo'lim murojaat qilamiz. Ertangi o'yin haqida Vadim Karlenichning taxminlari. Ну, в принципе, что говорить, важная игра. В принципе, наверное, в этой группе, наверное, борьба все-таки, правда, будет между Саудовской Аравией и Узбекистаном. Поэтому с турнирной таблицей такая, что мы, нам повезло сейчас, пока мы на первом месте. Поэтому важно завтра обыграть соперника, чтобы утвердиться на первом месте и уверенно двигаться. Ну, Саудовская Аравия серьезный соперник, поэтому готовимся. Как обычно, уважаем соперника. Будем надеяться, что удача будет на нашей стороне. В принципе, дома играем. Авалам, ассаламу алейкум. Ертанги ойин хақида ҳама билиб турибди. Мухлислар, футболчилар, футболга қизиқадиган ҳар бир одам қанақа муҳимлигини ўшанинг учун ўйлайманки, ертага жуда ҳам қизиқарли va muxlislar bo'lib o'yin bo'ladi deb o'ylayman. Xudo xohlasa, o'ylagan rejalarimiz amalga oshsa, Xudo xohlasa, g'alaba qozonishga harakat qilamiz. O'tgan safargi yig'inda Ultima Turayev bosim sabab javob berib yuborgandi. Bu safarni ahvoli qanday holatda, ruhiy holatda, ruhshunos shunga o'xshash murabbiylar bilan ish olib bordimi va u o'yinlarga tayyormi bo'lishi? Ну, что касается Тураева, что можно сказать? Это, в принципе, в нормальном состоянии. Игра с Киргизией показала, что вышел, ничего не испортил. Он опытный футболист, и я думаю, его присутствие в команде, я думаю, будет полезным для всех и для молодых футболистов, которые присутствуют в команде. Потому что он, в принципе, проходил уже отборочные циклы за национальную сборную предыдущие. Поэтому его опыт должен помочь, в принципе, молодым ребятам, которые на сегодняшний день есть в команде. Кейн Саул. Ага. Ну, мне сложно судить, потому что я не знаю, я не следил за Саудовской Аравией в стиле их игры, поэтому это лучший вопрос задать, наверное, журналистам из Саудовской Аравии, кто более следит. Но он опытный специалист, я знаю, он сборную Марокко тренировал там, знаю, что, в принципе, опытный наставник, не просто так его пригласили в такую команду тренировать. Поэтому мне на этот вопрос сложно ответить, какой он стиль там привил им. Посмотрим, завтра игра покажет. После игры будет видно, какой стиль у них. Не, ну, все это понятно, мы за короткий период не можем все переделать, поэтому те проблемы, которые есть, будем устранять. Опять-таки, это все зависит от конкретного соперника, как позволит соперник нам играть, и будут видны наши проблемы, которые у нас есть. В принципе, мы знаем о своих проблемах, я думаю, о них сейчас говорить не будем. Завтра после игры обсудим, какие проблемы есть, что удалось устранить, что не удалось устранить. Sardor Rashid haqida so'ramoqchi edim. Yaxshi o'yin ko'rsatmoqda. Albatta kuzatmoqdasiz va kelasi yig'indagi uni taklif qilish ehtimolini ko'rishdik. O'zimga juda ko'p futbolchi taklif qilinmoqda. Asosiy tarkib o'zingiz mo'ljallangan tarkibga qancha muddatda yetib borish vaqt masalasida so'ramoqchi edim. Ну, не, ну, забил он еще два, это радует. Мы со всеми следим, понимаете? Ну, вот он забил два, и хорошо, больше никто не забил. Сейчас кто будет забивать, всех будем приглашать. Мы сказали, ему надо закрепиться в этом клубе. Сейчас у него хорошо пошли дела, мы за него только рады. Естественно, мы за ним следим. То, что вы сказали, безусловно, на всех, просто на данный период, короткий период, он только пришел в клуб, мы здесь идем шаг за шагом, начинаем играть. На этой позиции есть футболист, который играет на сегодняшний момент. Просто его вызвать для того, чтобы просто привезти сюда, и он сидел на скамейке. Такие футболисты, которые сюда приезжают, они, как правило, должны играть.
Но я не думаю, что на сегодняшний день он будет на этой позиции сильнее того футболиста, который сегодня играет. Поэтому нужно время. Он там выступает. После этих двух игр будет большой перерыв. И там конкретно будет ясно, кто у нас определится, костяк команды и кого будем приглашать. В дальнейшем мы определимся, конечно, в кандидатах. Endi ertangi o'yinni qanaqa muhimligini hamma bilib turibdi. O'shaning uchun muxlislarga murojaatimiz nima? Kelib bizni qo'llab-quvvatlasa, albatta biz qo'ldan kelgancha ularga yaxshi kayfiyat taqdim etib, butun O'zbekiston xalqini xursand qilishga harakat qilamiz. Faqat bizni stadionda qanaqa havo, sovuq havomi bunga qaramasdan kelib bizni poddashga qilsa bo'ldi. O'tgan o'yinda Qirg'izistonga qarshi o'rtoqlik uchrashuvida markaziy himoyada o'ynadi. O'zingizni noqulaylashtirmaysiz, muhim pozitsiya. Endi bu pozitsiyada birinchi marta o'ynamayapman. O'shaning uchun unaqacha noqulay his qilganim yo'q. Normal hamma. 3 o'yin o'tkazdik sizning boshchiligingizda. Mana shu o'yinlarda bilamiz, yaxshi natijaga erishdik. Что стало причиной успешного выступления последних трех матчей? Ну, стечение обстоятельств, может. Не знаю. Дай Бог, чтобы так продолжалось. Пока выигрываем, все, мы не жалуемся. Пускай так продолжается. So the question is, for now we played three games with you and we won all the three games. So what was the main reason how we won all three games? So the answer is this, maybe circumstances. Because of the circumstances we could win. And let's hope that it will go on. We will continue winning all the games we have. Vadim Abramov hamda Odil Ahmedovga matbuot anjumanida ishtirok etganlari uchun minnatdorchilik bildirib o'tamiz va ertangi o'yinda omad tilaymiz. Rahmat.